сразу. Привет, доктор! Привет, роботы! Чё приперлись ко мне в мою 13-ю клинику? Где я главный доктор? А что ты в шлёне? Лохнулся, зачем? Ну, некоторые пациенты дерутся иногда, вот. Вот и пациента, доктор, притащили. Ку-ку, доктор. Кто за меня пациент нашли? Это же просто обычный енот. Я вообще-то людей лечу, настоящий доктор. Нет, нас босс отправил сюда. А, так бы сказали, что сержант. Я знаю сержанта. Да, хороший парень такой, железный. Буду лечить вашего енота. Мы еще не таких залечивали. Да. Вылечим вашего енота, будет в лучшем виде. Надеюсь, он не кусается, а то мне уже вот же по голове бьют. И все бьют, и понимаете, в очках уже еще и кусаться мне, что сейчас еще и эту одевать шубу, что ли, там, или что там одевают, чтобы не кусали собаки всякие. Намордник одену, понял, енот? Да я не псих, это беспредел. Эти роботы просто меня сюда притащили, потому что они нечестные, потому что они ведут какую-то игру против человечества. Конечно, конечно. Ну вот сразу видно, что псих. А нас, врачей, спасать надо, нас бьют по голове. Понимаете, бьют. Очень больно, кстати, иногда. И вот, и в глаз тоже недавно. Вылечим у вашего психа, енота, поняли? А идите и больше не приходите сюда, поняли? Вот я вылечу, вылечу, в лучшем виде будет. Будет хавкать у меня, как собака, когда выйдет, поняли? Все, мое слово. Доктор 13-й клиники Кукин. Сыхай такое имя. Лучший доктор. Во всем городе. Лучший. Устал я. Пойду. Отдохну. А ты, енот, пока с коллегами знакомься. Кусается по голове, бьет. Ну все, пока. Осталось все.